Всем привет, с вами я, Тима Легобро. Сегодня, кто не помнит, это дом моего друга. И нет, не этого. Это, да, еще давным-давно вот эти ролики снимали там с друзьями. И сегодня я планирую учиться кататься на скейте за 15 минут. Да, я не умею кататься на скейте от слова совсем. Ну и я хочу научиться кататься примерно вот так. И сейчас тренировка начинается. У меня есть 15 минут. Вот, я включаю таймер на 15 минут, и отсчет пошел. Я должен научиться кататься на скейте за 15 минут. Ну, давай, как-нибудь объясняй. Иди сюда. Равновесие, значит. Нужно поставить ногу именно на вот эти вот два гвоздя, именно чтобы она была по диагонали. И потом вот так вот берешь и потом тоже ставишь вот так скачиваться. Да. Окей. Это как бы тоже помогает при езде. Сейчас будем стоять выточнее. Видеть, как он это умеет. Ну, со скалом это будет. В принципе, могу. Да. Можно и так дальше. Только... Я отдохнусь, Лёх, не волнуйтесь за меня. Да, ну, Я тебя убью! Давай. Так, что дальше надо? Дальше надо... Попытаться таким образом вот так... Надо, во-первых, одновременно это, ну, равновесие держать и... Одновременно еще вот так вот именно эту свободную ногу отпускать. Именно как получше надо какую отпускать. Чтобы кататься. Ну что, левша, то левую, наверное. Ну вот смотри. Если правша, то, наверное, правую. Ну да. Как кому удобнее. О, я еду! Я еду! Так, ну и одновременно. А, вот так раскачиваться? Ну, типа, вот так вот ехать. А, вот так? Далее да, вот сюда. Типа так. Как? Я одновременно разобьюсь. Да, это тоже здесь. Стой! Я вообще тьмая. Нормально, у меня всегда живой. Так, все живы. Давай сюда. Я попытаюсь покататься уже напрямую. Я назад могу ехать. Ну давай, только уже отбирай. Давай, Валерий, не подведи. Хотя он тебе, но не пофиг. Я ехал! Кстати, есть еще такой прием, типа, вот это вот на обратной стороне тоже можно ехать. Оттуда именно, вот оттуда, с той скамейки. До Тудова, да? Да, да, до конца этого, до конца этого. Ага. Ну давай! Да, это будет тяжело. Попробуй на скорости как-нибудь. Смотри, только ты, когда эту ногу, которую обратно на доску ставишь, ты ее не за другую ногу ставишь, а там, где она была уже. Ладно.
Давай, погнали, для площадки все-таки дочнем. Это равновесие тоже что-то у тебя не получается пока что. Я не привык все вместе держать. Ну типа ты можешь это, когда едешь назад, до доски вообще отталкиваться. Теперь обратно. Давай обратно все. Логическим образом оператор окажется далеко от меня. Вот так он и едет. Ну сейчас. Я прям как на самокате ноги ставить вот-вот. Вот так. Это почти как на скейте. Скейт связан с самокатом, лол. Всего есть колесики. Ага. Осталось 10 секунд. И закончится таймер. 4, 3, 2, 1, 0. Ну, ребят, пора подходить в итоге и проходить по такой дороге. Так что тут есть лежащий полицейский, на котором я боюсь упасть. Да, я даже сам потом не приезжал, так там гвозди выпирают. Вдруг лучше меня катается. Ну, если я это смогу сделать, он мне подарит скейт. Желайте мне удачи. Да смотри, я тебе еще и на скорость почти что научил. Давай. Пытаюсь прокатиться вот так. Если разобью телефон, будет на вас скейт. О! Переход классно, надеюсь, получился. Последний раз попытаемся сделать это, но на штативе. Вот. О! Я попытаюсь прокатиться вперед. И надеюсь, получится. Ой, блин, иди сюда. Я очень надеюсь, что получится. Поэтому, ребята, не надо. Давай. Я поехал. А, все, ушла. Тетя шла. Давай! Ой, а чё тут? Тебя не видно вообще. Вот, нормально, давай! Прикольно. Кашундель! Всё, давай! Машина мешает, если честно. Давай быстрее, такси едет! Да ё-моё! Во, такси! Чё, машину зайдём?